Маргарет Натали Смит родилась в Илфорде, графство Эссекс, Англия, 28 декабря 1934 года. Это был период, когда Англия переживала значительные изменения, и маленький Илфорд был не исключением. В этом тихом уголке страны началась история одной из самых выдающихся актрис нашего времени. Позже ее семья переехала в Оксфорд, где и прошли ее детство и юность. Переезд в этот город с богатой историей и культурой оказал огромное влияние на формирование ее личности. Оксфорд стал для нее местом, где она могла мечтать и развиваться. Оксфорд с его богатой академической атмосферой оставил неизгладимый след в душе юной Мэгги. Город, известный своими университетами и интеллектуальной средой, вдохновлял ее на новые свершения и открытия. Здесь она впервые ощутила тягу к знаниям и искусству. Она училась в Оксфордской школе для девочек, рано проявив интерес к искусству. В этой школе она не только получала знания, но и развивала свои творческие способности. Учителя и одноклассники быстро заметили ее талант и поддерживали ее в стремлении к самовыражению. Хотя сначала ее привлекала наука, вскоре актерское мастерство захватило ее воображение. Она участвовала в школьных постановках, где ее талант становился все более очевидным. Эти первые шаги на сцене стали началом ее долгого и успешного пути в мире театра и кино. Вряд ли она тогда могла знать, что эта ранняя страсть приведет к замечательной карьере на сцене и экране. Но ее упорство и талант сделали свое дело. И вскоре она стала одной из самых узнаваемых и любимых актрис своего времени. Ее путь начался в тихом Илфорде и продолжился в вдохновляющем Оксфорде, где она нашла свое призвание. Театральный путь Мэгги Смит начался в театре Oxford Playhouse. Ее природный талант был очевиден с самого начала. Она оттачивала свое мастерство в драматическом обществе Оксфордского университета, играя во множестве постановок. Ее сценическое обаяние, безупречный выбор времени и властный голос покоряли зрителей. Ранние роли в таких пьесах, как «Двенадцатая ночь» и «Ревизор», продемонстрировали ее многогранность. Слава о ее таланте распространилась за стены университета, открыв ей путь к профессиональному дебюту в 1952 году. Переход Мэгги Смит в кино был стремительным и успешным. Она дебютировала в кино в 1958 году в фильме «Некуда идти». Однако именно роль эксцентричной учительницы Джин Броди в фильме 1969 года «Расцвет мисс Джин Броди» сделала ее по-настоящему знаменитой. Ее игра была триумфом, принесшим ей международное признание и первую премию «Оскар» за лучшую женскую роль. Эта роль упрочила ее репутацию актрисы невероятного диапазона и глубины. На протяжении 70-х, 80-х и 90-х годов Мэгги Смит продолжала радовать зрителей своими незабываемыми ролями как на сцене, так и на экране. Ее талант и харизма сделали ее одной из самых уважаемых актрис своего времени. От классических исторических драм до современных комедий она привносила свой фирменный ум и интеллект в каждую роль. Ее способность перевоплощаться в самых разных персонажей, будь то трагические героини или комические фигуры, всегда поражала зрителей. Она свободно перемещалась между кино, телевидением и театром, покоряя зрителей по всему миру. Ее выступления на сцене были столь же впечатляющими, как и ее работы на экране, что свидетельствует о ее универсальности и мастерстве. Однако две роли, в частности, закрепили ее место в массовой культуре: профессор МакГонагалл в серии фильмов о Гарри Поттере и Вайолет Кроули, вдовствующая графиня Грентем в телесериале «Аббатство Даунтон». Эти персонажи стали символами ее карьеры. Эти культовые персонажи, каждая со своим острым языком и еще более острым умом, очаровали зрителей всех возрастов. Профессор МакГонагалл с ее строгим, но справедливым характером и Вайолет Кроули с ее саркастическим остроумием стали любимыми героями миллионов людей по всему миру. Их образы навсегда останутся в сердцах поклонников.
Пятый раздел «Дождь из наград, награды и признания». Неординарный талант Мэгги Смит был отмечен многочисленными наградами и премиями на протяжении всей ее блистательной карьеры. Она является обладательницей 2 премий «Оскар», 3 премий «Золотой глобус», 4 премий «Эмми» в «Прайм Тайм» и премии «Тони». В 1990 году она была удостоена звания дамы-командора Ордена Британской империи DB за свой вклад в искусство. Эти награды – свидетельство ее непреходящего наследия как одной из величайших актрис всех времен. Шестой раздел «Эффект Мэгги Смит. Вдохновляя поколение». Творчество Мэгги Смит оказало глубокое влияние на начинающих актеров по всему миру. Ее преданность своему делу, бесстрашный подход к сложным ролям и способность вживаться в образы с глубиной и юмором сделали ее настоящей иконой в индустрии развлечений. Она воплощает редкое сочетание таланта, трудолюбия и сценического обаяния, которое вдохновляет поколение артистов. Седьмой раздел. Наследие совершенства. Влияние и наследие. Влияние Мэгги Смит выходит далеко за рамки ее собственных работ. Она неустанно выступает за поддержку искусства, помогая молодым актерам и продвигая важность театра и кино. Ее стремление к совершенству установило высокую планку для тех, кто идет по ее стопам. Ее творчество продолжает вдохновлять и развлекать зрителей всех возрастов, укрепляя ее место как истинной легенды сцены и экрана. Восьмой раздел «За кулисами. Взгляд на человека». Здесь мы увидим, какова Мэгги Смит вне сцены и камер. Несмотря на мировую известность, Мэгги Смит известна своей закрытостью. Она предпочитает оставаться в тени, избегая внимания прессы и папарацци. Она редко дает интервью и предпочитает, чтобы за нее говорила ее работа. Ее роли говорят сами за себя, отражая ее талант и мастерство. Она известна своим сухим юмором и неприятием того, что она считает поверхностностью культуры знаменитостей. Ее остроумие и проницательность часто проявляются в ее комментариях и взаимодействиях с коллегами. Те, кто работал с ней в тесном контакте, описывают ее как невероятно умную, глубоко сострадательную и безмерно преданную своему делу женщину. Ее внимание к деталям и стремление к совершенству вдохновляют всех вокруг. Ее преданность своему искусству, а не славе, снискала ей уважение коллег и восхищение миллионов поклонников. Она остается верной себе и своим принципам, что делает ее еще более уважаемой и любимой. Девятый раздел «Непреходящая привлекательность Мэгги Смит». Что же в Мэгги Смит продолжает очаровывать зрителей десятилетия за десятилетием? Возможно, это ее способность передать целый мир эмоций одним лишь взглядом или легким изменением интонации. Возможно, это ее невероятная способность заставить нас смеяться и плакать, часто в одной и той же сцене. А может быть, дело просто в том, что она – непревзойденный профессионал на пике своего мастерства, настоящий художник, который подходит к каждой роли с умом, остроумием и грацией. Десятый раздел «Заключительное слово. Тост за даму Мэгги». Поскольку карьера Мэгги Смит вступает в свое седьмое десятилетие, нам остается лишь поднять бокал за эту удивительную женщину. Она подарила нам бесчисленное количество незабываемых ролей, оставив неизгладимый след в мире искусства. Она – национальное достояние, актриса несравненного таланта и истинная икона сцены и экрана. За даму Мэгги Смит долгого